же это вкусно! Спагетти, томатная нежность, пармезаново-базиликовое величие, просто ам и ням-ням в нерушимом единстве. А если дубли? Цитируем одно из интервью лучезарной Джулии Робертс. Первые три тарелки шли на ура, но уже на четвертой привлекательность блюда уменьшилась. Чего ж там говорить о восьмой? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вспоминаем о фильме «Ешь, молись, люби», снятом режиссером Райаном Мёрфи по мотивам одноименного автобиографического произведения Элизабет Гилберг. А впрочем, нет, не столько о фильме и не столько об авторе, сколько о таких аппетитных спагетти. Известно всем качество макаронных изделий, это да, но соус всегда играет и выигрывает. Сколько можно вспомнить даже навскидку традиционных итальянских, звучит как музыка. Фрутти ди маре, да, с морепродуктами. Аматричано с помидорами и корейкой. Куатро формаджо, сырный. Алла норма, алла флорентина, алла панна, перечислять можно бесконечно. Однако в связи с фильмом все же возникает вопрос, оказавшись в Риме, почему героиня Джулии восхищается чем-то томатным, а не сливочным. Может быть, это и стереотипы, но именно римской классикой считается соус карбонара, готовящийся на базе сырых яиц, грудинки и тертого пармезана. Более того, для спагетти он идеален. Более того, сама актриса утверждает, что отдает предпочтение именно этому соусу. Цитируем еще одно интервью. «Обожаю спагетти карбонара. Вчера ими объелась, и как вы думаете, переживаю? Нет, я и сегодня от них бы не отказалась». Но, видимо, к сценарию не пришлось, однако у нас появилась замечательная возможность получить пример, как из минимума ингредиентов воссоздать нечто действительно вкусное, малокалорийное и приятное. Да будь вы хоть голливудская дива. Помидоры, базилик, оливковое масло, спагетти, ах да, еще сыр. Если нет пармезана, то подойдет любой, не такой твердый, а в итоге вкус, способный перенести за километры. Если не в Рим, так в любое тихое, уютное итальянское местечко. Причем из побудительного названия картины, выбранной сегодня в главные герои нашего повествования, не возбраняется остановиться на чем-то одном, интересном только для вас. Попробуем. Но и о рецепте не забудем. Спагетти «Ешь, молись, люби». Спагетти отварить согласно инструкции на упаковке. Тем временем на сковородку с оливковым маслом поместить рубленый чеснок. Нагреть, добавить пюрированные томаты, бальзамический уксус, соль и перец. Потом спагетти и тертый пармезан. Подавать, украсив базиликом. Не очень любите томаты? Что ж, чеснок, спагетти, тертый сыр, на мой личный взгляд, лучшее, что может быть с макаронами. Но это лишь на предмет «Ешь все остальное», пусть и относится к нашей программе, но лишь опосредованно. Поэтому все на сегодня. Приятного аппетита, крепкого здоровья, отличного настроения. С вами была Жанна Соловьева. Пока.